Всем привет! Хочу вам показать бой с 2 на 2 против 20-х рангов. Этот бой для террориста. Даже не знаю, зачем он попросил, чтобы я ему показал. Типа он думает, что мы тоже играли на голде. Ну, это бред, потому что нормальные игроки в PvP и 2 на 2 не голдят. Его напарник играл на синке. Я, в принципе, верю ему, потому что ничего там такого он, ну, чтобы показало, что голда было, не было. А вот террорист, конечно, голдобустер еще тот. Такое чувство, что он только на голде играть умеет. И то напарник мой почти отбился, потому что у него были гранатометчики. Но я думаю, если бы он голдонул и он знал, что будут зевсы, то он бы запросто отбил бы атаку. Винрейт у террориста, ну, не очень сильный, а вот его напарника слишком высокий, 75. Его напарник был здесь, а сам террорист здесь. Сразу по ящикам, что ему сказать, практически ничего не взял. Вот этот ящик и вот этот ящик я, по-моему, забрал. Еще здесь ящик ночи был, а то три ящика я, по-моему, взял. Играл я без према, не знал, кто, что делать, на каких бустах. Но если бы какие там перекачи были, то я бы все равно играл на синих. Да. Развитие у меня плохое. Хотел я, конечно, сыграть мамонтами. Плюс броники, гряны. Вот такое. Но здесь были бункера. Пока я там что-то пытался разведать, уже приехало 6 или 7 молотов. И начали меня бить. А у меня на базе было всего лишь несколько стрелков. И мамонт. И дикобраз. Говорю напарнику, чтобы он разведал. 5-я минута, в принципе. Не успел я заминировать, к сожалению. Тут были зевсы, но я не увидел. Вот уже поехала атака. 5-я минута. Нечем, просто нечем отбиваться мне. Ни пехоты, ни ягуаров, ничего нет. Один мамонт. И вот атака моего напарника. Конечно, не очень много зевсов, но они на голде били, и так он, напарник мой, не отбился. База пустая практически, нет ничего, ни ягуаров, 4 центра снабжений,
И, в принципе, тут уже все. Вот голды нету у меня. Ну, она есть, но я не использую. Вот, в принципе, здесь все. Понимаю, что сопротивление дальше нет смысла сопротивляться. И я решаю, что нужно нам сдастся. Парника моего уже убили. И все.